Бывшая избранница Андрея Макаревича перенесла страшное горе. Российская артистка Ксения Стриж не раскрутила страстные любовные романы. Одним из самых ее известных избранников является Андрей Макаревич. В 90-е об этих отношениях говорила вся страна. Партнеры жили в гражданском браке 4 года, но до свадьбы дело так и не дошло. Будучи совсем молодой и неопытной, Ксения Стриж пережила серьезную психологическую травму. В студенческие годы у нее была интрижка с актером Алексеем Зеленовым. Тогда случилась беременность, но ребенок так и не появился на свет. Изначально Ксения Стриж помышляла об аборте, но все разрешилось само собой. Выкидыш произошел через 3 недели после зачатия. Любвеобильная девушка быстро отправилась после трагедии и через некоторое время закрутила роман с другим мужчиной, Андреем Макаревичем. Если честно, я испытал облегчение. Вот честно, в той ситуации все, что не делается, все делается к лучшему. Я к этому сама не прикасалась, это произошло само собой. Ксения Стриж так ни разу не познала счастье материнства, хотя дважды была замужем. А вот ее экс-возлюбленный Андрей Макаревич стал отцом уже 3-й раз. Кроме того, недавно подтвердили слухи, что, скорее всего, у него появится еще один ребенок.